С главными событиями к этому часу в студии Ирина Цепетова. В Ненецком округе зафиксированы случаи заболевания среди детей с подозрением на серозный менингит. По информации регионального Роспотребнадзора, диагноз не подтвержден, пока не будут получены данные лабораторных исследований. В инфекционном отделении окружной больницы сейчас находится несколько детей с симптомами, соответствующими этому заболеванию. Сын Ирины Савариной, 9-летний Женя, попал в инфекционное отделение 11 сентября. Болезнь проявила себя с самого утра. В 8 утра у нас заболела голова. Мы позвонили в скорую, приехала скорая, посмотрела, потом вызвали участкового врача. Участковый врач поставил менингит под вопросом. Потом попали в больницу, и на следующий день диагноз наш подтвердился. И что вы сейчас вам делаете? Вы лежите в стационаре, да? Да, лежу в стационаре. Нам делали, первый день делали капельницы, а сейчас дают таблетки. Как уже сейчас самочувствие? Намного лучше. Это не единственный случай, зафиксированный в Нарьян-Маре. О ситуации в целом в интервью нашему телеканалу рассказала главный специалист, эксперт Роспотребнадзора по Ненецкому округу Людмила Деткова. Значит, в городе Нарьян-Маре зарегистрировано 3 случая серозного менингита. Пока диагноз поставлен по клиническим показаниям и по первичным лабораторным данным. Для подтверждения диагноза клинический материал от всех больных должен быть направлен в специализированные лаборатории. Диагноз поставлен у 3 детей. Это дети, посещающие школу номер 1, школу номер 4 и детский сад «Радуга». Ситуация не эпидемичная, паники не должно быть. Энтеровирусная инфекция, она имеет сезонность, то есть ежегодно, в летний-осенний период, в случае данного заболевания, они регистрируются. Регистрируются они на всей территории Российской Федерации, как в южной части, так и в центральных территориях. Мы не являемся исключением. Ситуация стабильная. Если своевременно обратиться за помощью, то исход заболевания, он, конечно, благоприятный. Но если тянуть, серозный менингит может привести к отеку головного мозга. Поэтому тут, конечно, неврология будет сильнейшая. Нужно своевременно обратиться за помощью. На сегодняшний день принято решение о ограничении именно мероприятий, поскольку закрывать класс пока в данный момент этих мер не предпринималось руководителем Роспотребнадзора. Ситуация находится на контроле. Чтобы предотвратить распространение инфекции в учреждениях, где были зафиксированы случаи заболевания, сегодня введены ограничительные мероприятия, в том числе и в первой городской школе. Случай заболевания здесь был зафиксирован 8 сентября. В инфекционное отделение с подозрением на серозный менингит попал 6-классник. Буквально сразу же у нас были введены ограничительные мероприятия. То есть это у нас класс, который занимался ребенок, который был в контакте с ним. Он у нас переведен на обучение в отдельный кабинет. Плюс к этому питание тоже организуется отдельно. Значит, у них отдельный питьевой режим. В общем-то, вчера по получению документа, уже подтверждающих документов из Госсанэпиднадзора, мы провели собрание с родителями, значит, выступали наши медицинские работники с рекомендациями, что делать. Ограничительные мероприятия для 6 класса первой школы будут действовать до 28 сентября. В этот период дети будут находиться под наблюдением медицинского работника, а в самой школе усилен санитарно-гигиенический и дезинфекционный режим. Аналогичные меры предпринимают и в 4-й школе. Под наблюдением уже в течение 2 дней находится 3-й класс, ученик которого сейчас также находится в больнице. Проветривание ежедневное, несколько раз в день на каждой перемене, влажная уборка 2 раза в день с применением хлорсодержащих средств. Мы используем хлорсепт 25. В класс выделено антибактериальное мыло, кожный антисептик. Насчет водного режима у нас каждый носит питье свое, самостоятельно пьют. Питаются в столовой, после детей обрабатывается индивидуальная посуда у них, посуда обрабатывается тоже дезинфицирующим средством. Кроме санитарно-эпидемиологических мероприятий, проходит ежедневный осмотр детей. Медицинский работник меряет температуру тела, смотрится общим состоянием школьников. Как себя чувствуешь? Что? Слабость, вялость, беспокоит? Что кожные покровы. Стоит сразу отметить, что инкубационный период серозного менингита составляет 1-2 дня. После болезнь проявляется яркими симптомами, которые развиваются очень стремительно. По словам Виталия Носова, врача кабинета инфекционных заболеваний, симптоматика этого заболевания может быть очень различной. Если думать об энтеровирусной инфекции, которая чаще всего вызывает этот серозный менингит, то
Признаки его могут быть разные, начиная от самых легких форм в виде кашля, насморка, легкого фарингита. Вот. Иногда это заболевание может протекать как кишечная инфекция, иногда это сыпь, вот. Иногда конъюнктивит упорный. Вот. Но вот такая вот самая неприятная и тяжелая форма этого заболевания – это серозный менингит, так называемый, или менингоэнцефалит, в зависимости от тяжести заболевания. Вот, и разные клинические признаки. Но первый признак этого заболевания – это, естественно, высокая температура, головные боли, болезненность мышц, могут быть судороги. Вот. Дети жалуются на боли в области шеи, затылка, головная боль. Иногда это сопровождается рвотой, тошнотой. Еще раз отмечу, эти симптомы развиваются стремительно, в течение нескольких часов, поэтому родителям необходимо быть очень внимательными к здоровью своих детей и наряду со школьными медицинскими работниками следить за их общим состоянием. Основной путь передачи инфекции через грязные руки, поэтому их чистоте необходимо уделить особое внимание, используя при этом антибактериальные дезинфицирующие средства. Также стоит тщательно мыть овощи и фрукты, ополаскивая их кипятком. Ни в коем случае не пользоваться водой из открытых источников, отдавать предпочтение кипяченой и бутилированной воде. Ирина Цепетова, Елена Семеновичева, Леонид Шишелов, Владислав Носкин, телеканал «Север».